В Одессе двое полицейских пострадали во время потасовки, которую устроили футбольные фанаты киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера». Вчера эти два клуба разыгрывали Суперкубок Украины. И традиционно без происшествий не обошлось. У правоохранителей травмы легкой и средней степени тяжести. Один в больнице. При этом полицейские участки были доставлены 14 болельщиков, которые принимали участие в потасовках. На 7 из них составлены административные протоколы. Еще 2 привлекут к уголовной ответственности за хулиганство. Что же касается самого футбола, то победила киевская «Динамо» со счетом 1-0.